Добрый день, на обзоре у нас MacBook Air, процессор у него Core i5, двухъядерный, 1,6 Гц, видеокарта Intel HD Graphic, 8 гигабайт оперативной памяти, дисплей у него 13,3 дюйма, SSD-шка стоит на 256 гигабайт. года. Количество циклов перезарядки 530. Внешнее состояние у него отличное. Нигде нету сколов, трещин, царапин. Болтики все на месте, не раскручивались, не менялись. В данный момент он подключен к Wi-Fi. Послушаем, как работают динамики. Системные клавиши работают. Сейчас проверим клавиатуру. Клавиатура полностью исправна. В комплекте идет зарядное устройство, кабель, блок, документация и коробка его родная. По работоспособности нареканий никаких нет. Матрица целая, битых пикселей не наблюдается. Никакого аккаунта нету. Полностью рабочий аппарат.